Приветствую всех, дорогие друзья! В этом ролике собраны самые интересные новости железа и игр, поэтому досматривайте его до конца, чтобы быть в курсе происходящего. И с вашего позволения, я начну с очень длительной истории о разблокировке LHR в RTX 3080 Ti. Ранее стало известно, что на 3080 Ti удалось повысить хешрейт при использовании новых биосов от EVGA XC3. Данный процесс помогал тугим RTX 3080 Ti достичь отметки в 91 мегахэш, и BIOS идеально подходил, к примеру, для iChill X3 от Inno3D. Однако в свежем письме, которое получил VCCFTech от энтузиаста криптомайнинг Данки, говорится, что ему удалось достичь 110 мегахэш на 3080 Ti. Для этого пришлось перепрошить видеокарту 3080 Ti от Dell с помощью BIOSа от Dell для RTX 3090. На самом деле это огромная новость для майнеров, так как производительность повышается почти на 20 мегахэш, но шансы получить кирпич очень велики. Причем говорится, что произвести прошивку можно только с RTX 3080 Ti, имеющей идентификатор 2204, а на 2208 наблюдаются проблемы. Хотя с нынешним курсом крипты и доходностью вряд ли это как-то меняет расстановку в сфере майнинга. Но это очередное доказательство того, что LHR от Nvidia провальный, ведь RTX 3090 просто не получала этой защиты. А прошивка топовой RTX 3080 с приставкой Ti привело к ее отключению. В Твиттере опубликовали изображение предстоящего нового устройства Intel NUC на процессоре Alder Lake. Примечательно, но на фото показан массивный сокет LGA1700 с неизвестной моделью процессора, тогда как раньше в NUC процессоры распаивались. Если тут реально изображен компьютер NUC следующего поколения, то это будет первый раз, когда Intel перешла с BGA на LGA для устройств NUC. Наличие сокета LGA1700 откроет возможность самостоятельно заменить процессор на более производительный чип Alder Lake или даже будущие чипы Raptor Lake. Но есть вероятность, что Intel может заблокировать возможность апгрейда с помощью BIOSа материнской платы. Еще видно, что материнская плата содержит два слота памяти DDR4 SODIMM и два разъема M2, один из которых имеет интерфейс PCI-Express 4.0. Возможно, в будущем появятся версии NUC с памятью DDR5, так как модули DDR5 SODIMM сейчас отсутствуют. А Intel, по всей видимости, решила сначала выпустить версию с DDR4, так как на рынке явно наблюдается дефицит DDR5. На сайте 3D Center есть любопытный материал, в рамках которого эксперты пытаются проанализировать ситуацию с видеокартами. А именно они решили оценить появление возможности у геймеров купить видеокарту в этом году по цене близкой к рекомендованной. Но стоит понимать, что речь идет о европейском рынке, где даже сегодня цены на 30 или 50% ниже российских. Авторы статьи приходят к неутешительным выводам, ведь вернуть цены к рекомендованным почти невозможно. Одной из причин называют отложенный спрос, ведь миллионы геймеров недополучили видеокарты, которые ушли в майнинг. Говорится, что в масштабе года отложенный спрос настолько огромен, что на насыщение рынка уйдут годы. Также отмечается политика производителей, ведь в 2018 году Nvidia и AMD уже столкнулись с перепроизводством. В этот раз обе компании на такое не пойдут, а переход на 5-нанометровый техпроцесс и появление следующего поколения не приведет к увеличению количества видеокарт на рынке, так как выпуск текущего поколения просто будет остановлен. Такой прогноз в целом имеет место быть, но нужно учитывать, что конец криптобума приведет к распродаже видеокарт майнерами. То есть какая-то часть геймеров, которые недополучили видеокарту, получат ее на вторичке. Еще авторы статьи приводят график цен на видеокарты и стоимости эфира, в котором явно проглядывается зависимость. Плюс указывается, что мы не знаем, какую часть видеокарт Nvidia и AMD получали майнеры в прошлом году, и это может быть как половина, так и четверть. Подводя итоги, можно сказать, что дальнейший спад крипты и приход криптозимы явно уберет майнеров из покупателей видеокарт. Но спрос со стороны геймеров еще очень высок, и без появления кучи видеокарт на вторичке цены будут падать довольно долго. 3D Center говорит, что до возвращения к MSRP могут пройти годы, но получается только в том случае, если майнеры оставят карты у себя и не будут их сливать. А количество карт, которые они могут продать на вторичке, напрямую зависит от прибыльности майнинга, ухода эфира на POS и, конечно же, запрета крипты. Компьютеры Mac Pro и iMac Pro – это последние продукты Apple, построенные на процессорах Intel, а не на процессорах собственной разработки Apple. По последней информации, Apple приведет их на собственные процессоры уже в этом полугодии. Как утверждается, новый Mac Pro будет вдвое меньше нынешней модели, а добиться уменьшения размеров позволит отказ от процессоров Intel Xeon. Что касается модели моноблочной компоновки iMac Pro, то ей приписывают 27-дюймовый экран и наличие нескольких портов USB-C. Возможно, это будет первый ПК iMac с экраном мини-LED. Вероятным сроком анонса новинок считается июнь, когда обычно проходит ежегодное мероприятие Apple WWDC. Таким образом, Apple полностью переведет свои продукты на собственные процессоры и уйдет от Intel.
Зеркало Smart Mirror с интегрированным динамиком и системой искусственного интеллекта получило сразу три награды за инновации в сфере аудиотехнологий на выставке CES 2022. Новинка представляет из себя некое акустическое зеркало, способное выполнять множество дополнительных смарт-функций. Но дисплей у нового решения отсутствует, а разработчики фактически объединили обычное зеркало с умной колонкой. Известно, что пользователи могут транслировать с ее помощью музыку, проверять информацию о погоде и устанавливать будильники и таймеры. Поскольку новинка рассчитана в том числе на использование в ванных комнатах, она поддерживает защиту от воды в соответствии со стандартом IPX6. Также будет поддержка Alexa от Amazon, ведь производитель Icon AI является одобренным системным интегратором Alexa Voice Service. В сети оказался предназначенный для выставки CES 2022 пресс-релиз компании MSI, в котором анонсируется полный ассортимент ноутбуков. В документе говорится, что новая линейка отражает видение метавселенной компании MSI и будет присвоен соответствующий логотип MetaReady. Присутствующая в линейке видеокарта RTX 3080 Ti, как заявляет производитель, знаменует дебют флагманских продуктов с объемом памяти до 16 ГБ на ноутбуках. А комплект решений NVIDIA Max-Q 4-го поколения включает инструменты для управления энергопотреблением и производительностью. Также в составе новых ноутбуков упоминается RTX 3070 Ti и процессоры Intel Core 12-го поколения. В преддверии ежегодной выставки компания Alienware показала широкой публике любопытное устройство. Речь идет о концептуальной платформе Concept NX, которая позволяет одновременно запускать и транслировать до 4 компьютерных игр на разные устройства. В последние годы некоторые компании активно развивают направление облачного гейминга, где на конечное устройство лишь транслируется изображение. Но Concept NX предлагает несколько иной подход и другие возможности. Например, обладатель такого устройства какое-то время играл в Cyberpunk на ноутбуке с подключенным к нему монитором, а после решил продолжить сессию на телевизоре. Сделать это с Concept NX максимально просто, так как достаточно просто выбрать нужный экран в приложении и можно продолжить играть. Более того, при необходимости можно делить экран, одновременно запуская в отдельных окнах разные игры. Согласно имеющимся данным, пользователи могут запускать одновременную трансляцию до 4 разных игр. Сама идея такого ПК очень интересна, и будем надеяться, она выйдет из заголовка Concept. Первый чарт Steam в этом году забрала игра Ready or Not, которая вторую неделю подряд держит первое место. С третьего на второе место забралась It Takes Two, выигравшая игру года по мнению The Game Awards. На третьем месте расположилась Five Nights at Freddy's, опустившаяся на одну позицию, а комплект со шлемом Valve вырос до четвертого места. Также стоит отметить Project Zomboid, поднявшийся с 9 места на 5, и Red Dead Redemption 2, которая покорила 7 место в чарте продаж. Forza Horizon 5, занимавшая 5 место, упала на 8 позицию и постепенно теряет аудиторию. На 6 месте расположилась Sea of Thieves, на которую действует 50% скидка, а 9 место забрал Cyberpunk. Также благодаря скидкам на 10 место вырвался Rust, которого давненько не было в чарте продаж. Агрегатор Metacritic, собирающий рецензии на различный популярный контент, включая игры, решил не отставать от тренда и опубликовал список лучших игр прошлого года для PC. Казалось бы, 10 лучших игр было бы предостаточно, но Metacritic пошел дальше и опубликовал 40 прошлогодних игр с наиболее высоким Metascore. Первое место забрало Disco Elysium, второе место Forza Horizon 5, а на третьем расположилась Final Fantasy 14. В первой десятке также можно отметить It Takes Two, Hitman 3 и Psychonauts 2. Можно заметить, что прошлый год особо не порадовал нас ничем реально мощным, да и метаскор лучших игр лишь изредка переваливает за 90 баллов. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поддержать его лайком и подписаться на канал, чтобы не пропускать свежие новости. А я, как всегда, хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает ролики. До скорых встреч, друзья!